React Labs и React Zoo, там все вот эти вот прочие хостинги, это рубрика, это что? Я не знаю, может быть, кто-то из вас в комментариях, может быть, какие-нибудь там, не знаю. Давайте начнем с самого первого. Добавлена улучшенная графика. Вы знаете, запись всего этого геймплея, я включил улучшенную графику, и сейчас с ней катаюсь, вы ее видите, думаете, официальное обращение к SK Mason, добавьте чудовище, что погубило мир. ЖВД, мало ли, если кто-то не знает, это жизнь в деревне, проект от Arizona Games, играть, что они там вообще будут делать, так далее. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот у меня давно была такая, знаете ли, то ли рубрика, то ли нет, то ли просто плейлист на канале, который, в принципе, и плейлистом-то никогда не являлся. И вот, то есть, вот это вот все у меня было. И сейчас я даже не знаю, вот когда я расскажу вам обо всех вот этих вот новостях, это что такое будет? Это плейлист, это рубрика, это что? Я не знаю, может быть, кто-то из вас в комментариях, может быть, какие-нибудь там, не знаю, спонсоры знают, что вообще все это такое. Но вот лично я вот не имею ни малейшего понятия вообще обо всем этом, и мне как-то, ну, я даже не знаю, в общем, неважно. Ладно, то есть, сам факт в том, что сегодня мы с вами обсуждаем Arizona Games — это игровая компания. Мы с вами обсуждаем обновление в лаунчере Arizona Roleplay. Давайте уже приступим, а то мы что-то засиделись, затянули и вообще много всего. Arizona Roleplay выкатили улучшенную графику, но показать вам мы ее не можем, потому что на сервера не пробиться. Да, 7 января, да и вообще по сей день, по-моему, на серверах Arizona RP там вообще какой-то пиздец, тысячи из тысячи, ты зайти не можешь, ты ничего сделать не можешь, все это, причем серваки даже падают из-за, видимо, того, что у них там, знаете ли, хостинг плохой или что-то там подобие того, я не знаю, как это еще можно описать, но в целом вот как-то оно так все это и происходит, ты сидишь просто думаешь, блять, отпусти меня, Spice, просто вот, что-то подобие того, ну это пиздец, невозможно, серваки тысячи из тысячи, либо, блять, React Labs и React Zoo, там все вот эти вот прочие хостинги, они, блять, лежат, не могут поднять серваки Arizona RP, ты, блять, сидишь просто, как так, что за пиздец, что делать и так далее. Обновление всех проектов, пишет мастерская Arizona Games. Добавлена улучшенная графика. Добавлена отдельная настройка громкости бумбоксов. В ЖВД перенесены все фичи из Arizona. Давайте начнем с самого первого. Добавлена улучшенная графика. Вы знаете, в те редкие моменты, когда мне удавалось более-менее туда зайти и посмотреть хотя бы на все эти загрузочные экраны, я видел, насколько вообще все это улучшено, что там вообще происходит и что вообще там творится-то в самом деле. Вот я все это, разумеется, видел. Графика вроде как нормальная, не знаю, сколько с ней FPS-ов, может быть, сейчас, когда я просто все это записываю одним днем, когда еще все серваки, ну, не все серваки Arizona, некоторые серваки Arizona, они лежат, и ты не знаешь, что делать, ты просто сидишь, думаешь, блять, какой же это все-таки, сука, пиздец. И, разумеется, потестировать эту улучшенную графику, что там вообще с ней происходит, может быть, на момент записи всего этого геймплея я включил улучшенную графику, и сейчас с ней катаюсь, вы ее видите, думаете, какого хуя, а у тебя же работает улучшенная графика, а ты нам тут рассказываешь, что у тебя ничего не работает. Почему? Какого хуя? Как это происходит? Что нам со всем этим делать? Вот. Ну, как, вот так. Добавлена отдельная настройка громкости бумбоксов. Блять, добавьте отдельную настройку громкости радио. Ты пиздец. Ты сидишь, блять, едешь в машине спокойно, никого не трогаешь. Снимаешь геймплей, блять, и там у тебя ВКонтакте играет Андрей Зама, или там Слава КПСС, или там, я не знаю, ежемесячная Patreon EP, или что-нибудь вот наподобие того. И тут Big Baby Tape. Ту-пу-пу-пу. Если вы не знаете, если вы говорите, что Big Baby Tape хуйня, вы не знаете, он сосал хуй коня, блядь. Я взял твою бу, я ее бу-бу-бу-бу, блядь. Чё за хуйня, блядь? Выключите, я сижу, думаю, блядь, и этот пидорас еще, блядь, за тобой едет, и там пу-ту-ту-ту-ту. Бля, вот это вот все зал, кому это, блять? Я не знаю, что это за. Кто это, блять, слушает, какие долбоебы, блять. Добавьте, ёпта, в радио на Arizona RP Андрея Замая. Это официальное обращение к SK Mason. Добавьте, блять, в радио Андрея Замая. Там какая-то залупа, блять, какие-то, блядь, Big Baby Tape, LJ, блять, Делорензи. Добавьте Замая уже. Я просто, я не знаю. Пиздец, ну невозможно, как людям-то нормальным играть. Не вот не слушай вот всех этих, блядь, Big Baby Tape'ов, блять. А Замая нормально. Нормального, блядь, человека слушать. Или там Славу КПСС добавьте, в самом деле. Там чудовище, что погубило мир. Вот это вот, блядь, добавьте, в самом деле. Ну, а то это реально пиздец. Ну, ладно.
с этим закончили. В ЖВД перенесены все фичи из Аризоны. ЖВД, мало ли, если кто-то не знает, это жизнь в деревне, проект от Arizona Games, и сейчас он, типа, переживает не лучшие времена, там онлайн достаточно мало, и, типа, непонятно вообще, как люди со всем этим будут справляться, как они будут там вообще играть, что они там вообще будут делать и так далее, и вообще, типа, я не знаю, ужасно просто, я не знаю, блять, ну омерзительно, чё я говорю-то, блять, я вот опять-таки листаю новости в этом самом Life Mobile для нового выпуска новостей, и что-то уже, блять, проебываюсь со всем вот этим, со всей вот этой вот, блять, хуйней, вот, типа, в ЖВД же жизнь в деревне, проект это Arizona Games, Arizona Roleplay, в котором, типа, не все так, знаете ли, хорошо с онлайном, потому что, видимо, Hard Roleplay или там, типа, Medium Roleplay, они, типа, не для всех, и поэтому жизнь в деревне абсолютно никому не нужна, но там играют какие-то люди, блять, и все, и то есть больше там никого нет, и поэтому там не особо донат есть, там даже, по-моему, донат выключен, я об этом уже рассказывал, и вот, типа, я не знаю, люди там как-то живут, что-то там более-менее делают, это как-то там более-менее играют, но по факту, что там происходит, не знает, пожалуй, никто вот сейчас. И они перенесли какие-то фичи с Arizona RP. Что это за фичи? Как мы их увидим вообще в игре? Проявят ли они себя хоть как-то в GTA Сампе, в прочих вещах? Типа, не особо все это понятно. Однако, ну, типа, ладно, пусть оно все так и будет, или так и не будет. В общем-то, я думаю, они сами разберутся с тем, какие фичи они перенесли. Если вы играете на ЖВД, вдруг мало ли жизни в деревне, то, разумеется, отпишите в комментарии, что там происходит, как там все это работает, и ну, прочие вещи, типа, вот, также можете там отписать или не отписывать, я не знаю. В общем-то, я играл на проекте не на ЖВД, не на, там, знаете, какие еще, Родина Ролиплей, не в MMORPG Ведьмак, не в прочие вещи. Я играл на Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, которые вам могут быть полезны в начале игры, в середине, а также, что немаловажно, в конце игры, все это находится в описании. Там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал. В телеграм-канале также есть много новостей, там как минимум раз в день выходит, там, я не знаю, пост какой-нибудь, я там что-нибудь рассказываю, что-нибудь репощу, перерепощиваю, поэтому подпишитесь, там осталось немного до 400 или там даже до 1000 подписчиков, поэтому вот, типа, ну да, что, ну типа, ну все, да, вот, до свидания, любите маму, ухаживайте за папой, самое главное, и, ну, я не знаю, там, играйте на Advance Roleplay, ладно, шучу, ни на чем не играйте, все уже пошло в какую-то, блядь, пизду, все это, ладно, все, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, вот, поэтому играйте или не играйте, всем до свидания и, разумеется, пока, наверное.